гады рассадили всех хомячков. Вот этих вот дружную троицу. Мне прям как-то так их жалко. Они такие дружные были. Но опять вот они плодиться начнут. Ну, не надо. Один оттуда вот этот вот. И вот второй. Они прям пока не вылазят. Прям у них видно, что... Вот прям они вообще не вылазят. Зайчики. Их никто не убежал. Они вот просто... Просто не вылазит и все. Да. Ну что у вас, я не могу вас обратно вернуть. Мне некуда вас будет. Ну все, я опять спрятался тихонечко. Пошел и все. Вот они, видите? Скучашки тоже по друг другу, скучашки. Хомячашки скучают. Ну что нам вас, стерилизовать что ли? Ну куда вот нам вас девать? Этот он все умывается. Чисто плотненький такой прям вообще. Вообще без конца все умывается, умывается. Вон они разговаривают под коробочкой, общаются. Где ты был? Куда ты уходил? Все, сразу началась движуха. Стали снова играть. Привычно. Надо же, общаться стали вон. Вот как вот. Привыкли они. У нас один раз хомячок туда сбегал. Вот все, Гуччи его там теперь ищет и ищет. Гуччи, там никого нету. Нету там никого под столом. Ждет. Гуччи, да нету там никого, они все тут. Вот они, Гуччи, все хомяки, вот они. Гуччи всех хомячков покажу. Че облизываешься-то? Вот видите, сразу, то есть кто сидел, вообще ничего не делал. Тут вот все, вот, любовь, морковь. Видите, как вот, вот так-то животные. Здесь они привыкли уже с детства вдвоем. То, конечно, вот эти вот, они не дерутся, ничего. У нас также папаша с мамашей раньше были. Короче, я не знаю тогда, куда потом хамстеров этих маленьких девать. Куда? Зашевелились сразу.